Продолжается благоустройство сквера по улице 40 лет Октября. Сегодня началось активное озеленение будущей зеленой зоны. Какие растения будут украшать новое место для отдыха белореченцев, расскажем в нашем первом сюжете выпуска. Для того, чтобы выбрать, кто будет заниматься оформлением сквера, был проведен аукцион. В нем победила компания «Роствалк» из Ростова-на-Дону. Специалисты подобрали разнообразные цветы, кустарники и деревья, которые будут дарить горожанам свежесть и радовать глаз. Посадка производится хвойных растений, лиственных, кустарников. Сажаем барбаристенберга, кизильник горизонтальный, спирею японскую. Из хвойных также у нас представлены сосны черные, туи колоновидные, туи смарагд. Дальше в осенний посадочный период планируется посадка лиственных деревьев, таких как липа мелколистная, клен красный, клен астралистный. Жители города с нетерпением ждут, когда можно будет отдохнуть в новом сквере, и признаются, что даже сейчас бывший пустырь выглядит очень красиво. Я очень надеюсь, что у нас будет очень красиво в сквере, потому что раньше я жила в этом доме, было ужасно. Были гаражи, были кусты, вечером невозможно было пройти. Но надеюсь, что будет фонтан, будет красиво, и мы будем сюда приходить с удовольствием. Очень красивый сквер построили для нас, для горожан, белореченцев. Будем радоваться, и я считаю, наши дети, внуки, будем наблюдать, как будут расти эти насаждения. Сегодня в сквере устанавливают первые элементы оформления. Фонари станут не только источником света, но и замечательным украшением. А фонтан постепенно принимает вид, с которым он станет естественной частью будущего места для отдыха белореченцев. Илья Никитенко, «События и люди».